Доброго времени суток. Вы на канале «Жизнь Приворской деревни». А кто впервые попал на наш канал, советую подписаться. У нас очень интересно. Практически своими руками строим дом. Я в качестве прораба, без опыта, скажу так. Вон, супруга мне помогает. Мы вместе закупаем материал, вместе считаем. Ну, строители понимают, конечно, стены. У нас скоро будет такой красивый большой дом. Вот наша вся семья. Сегодня холодно в Татарстане. Кто не знает, мы живем рядом с Волгой, недалеко. Если по Азиму, то вот так вот начертить полосу 700 метров всего до берега Волги. Ну и сейчас ждем в течение, наверное, 2 часов. Приедет еще один груз тяжелый. Я думал, что тяжелого груза уже не будет, но довезут. 7 палетов с завода. С завода повезут газоблок. Это для внутренних стен и перегородок. А я потихонечку буду продолжать работать с фасадом. Не знаю, будут еще теплые деньги-то, а то уже холодно, и перчатки надо теплые, и шапки точно. Уже как бы солнце есть, стоит, но он не греет, как пару-тройку дней назад. Пока машина едет, водитель отзвонился. Вот хауберг покреплю здесь. А цоколь сегодня, наверное, весь выложу сейчас. Надо это дело уже заканчивать и переключаться на другие работы. Но с гаражом еще остаются моменты. Чуть позже, после того, как хауберг закрепим фасад, там другие работы есть еще. Водитель отзвонился. Сейчас открываю ворота. Через 5 минут он уже здесь. Я думаю, что, ну, максимум, не знаю, вот сюда, наверное, вот встанет палет. Думаю, что он не разобьется, не упадет. И дальше сюда пойдем уже. 7 палетов. Только так. Ближе уже никак, наверное, туда не подставить. Мне кажется, просто упадут они под наклоном. Будем принимать сейчас. Можно вот сюда подставить, наверное, один. Сейчас мы разберемся с водителем. Я один, я буду на стропах. Ну, я также спускаться буду и принимать. В общем, ну, время потратится, но 7 палетов надо разгрузить. Завтра продолжим работы по возведению стен. Встречаем! Добрый! А как через морду работать удобнее? А вон поддоны стоят 2. Решил передом заехать. Здесь будем сейчас вместе разгружать с ним. Ну, кран такой, здоровый. Я лестницу просто, мне легче спускаться. Я здесь. Я сам там буду, вы здесь. Я сам. А, стропы там, я да? Я сам буду цеплять. Все, понял, спасибо. 1, 2, 3. Че тут? Что-то ссор какой-то вижу уже, что ли. Развалившись что-то. Ну, вот так вот. Вот так их, видите, возят. Пластиковые накладки угловые, чтобы не повредить блоки. 7 палетов, 4 палета стеновые и 3 перегородочные привезли. А я уже думал, что такой тяжелый груз не приедет. Ну, как бы хватит. Нет, приходится докупать. А здесь немножко по-другому человек работает. В прошлый раз он садился на кран. Помните, Дима? У него кран с седлом. А здесь пульт. Еще лучше. Пультом, то есть он видит, что делает. Просто Дима сидел, он не видел там дальние блоки, надо было, ну, люди туда нужны были, а здесь человек сам руководит с
пультом. То есть он знает, куда кран выпустить. Кран новый, я так понял. Да, новый кран. Цепями будет брать. Первый пошел. Сейчас пойду принимать. Да, лучше залезть. Главное не разбить верхние блоки цепями. Он сейчас это поднимет. А, ну все, пошел. Я пошел принимать. Поддоны какие свежие. Вот, кстати, клей 7 мешков. У завода инструкция. Клей привозить только на поддоне. А поддон стоит 230 рублей. Пришлось заплатить за поддон. Так с ним быстро как-то все получается. Быстро он работает. Вот сюда вот. Туда нет? А, сейчас этот вверх пойдет, да. Вот три палета перегородочных блоков. 600... 150 на 250. И сейчас пошли основные стеновые блоки. 625, 400, 200. Туда, туда, туда. Давай, 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 ставь. Да, ставь. Есть. Вот так вот оперативно, за буквально даже меньше суток согласование произошло. То есть вчера вечером мы решили, сколько надо привезти, и сегодня уже до обеда блоки здесь. Это очень тяжело вот так вот оперативно сработать. Ребята с компании TDM Строй, огромное вам спасибо. Офис находится в Казани. Кому интересно, друзья, я просто хороший отзыв хочу оставить. Обращайтесь. Много чем занимаются. Облицовочные, рядовые кирпичи, керамические крупноформатные блоки, цемент, утеплитель кровля, мягкая черепица и металлочерепица, цветные кладочные смеси, ЖБИ изделия, различные клеевые смеси, кладочные сетки, наливной пол и многое другое. Вообще, ребята... предварительно хотели меня позвать к себе в офис, который находится в Казани, улица Васильченко, 1, корпус 153Б, бизнес-центр «Союз», кто знает. Пятый желтый козырек, первый этаж, офис номер 1, возле лестничного марша. Это кому интересно, кто будет строиться, кто хочет строиться, обращайтесь туда. У них там они проведут, то есть покажут образцы. Образцы есть, посмотреть можно и выбрать для себя, из чего вы хотите построить дом. Нам необходимо было просто дозакупить газобетон, чтобы достроить эти уже стены и начать заниматься потолками и крышей. Слава Богу, спасибо, что есть такие люди, которые отзывчивы. И вот водитель, который приезжал, он просто такой профессионал. За полчаса мы с ним разгрузили буквально. Вот, и прям приятно было работать вот так вот. Я даже не залазил. Не залазил наверх, потому что с пультом человек работает. Классно вообще, классный. Сегодня хороший день и хорошие люди. Ну, вообще люди хорошие каждый день у нас на участке. Но, кстати, вот смотрите, еще и 7 мешков цемента дозаказал. Что я и говорил, завод не отпускает цемент без поддона. Если ты закажешь один мешок цемента с завода, если тебе не хватило, да, тебе все равно кинут поддон. Ну вот за поддон 230 рублей. Даже жалко такие поддоны на самом деле сжигать, потому что они свежие, и вот эти поддоны я точно оставлю. А вот другие, наверное, мы сожгем. Все-таки
очень много поддонов собирается, не знаю, куда их определить. Может, местную группу выложить, продать там, я не знаю, по 100 рублей. Ладно, дело идет. У нас очень много, видите, как материала теперь копится. Утеплитель. Ну, это завтра все туда уйдет. Может, даже сегодня поработаем туда, перевезем и вручную попробуем. Ну, посмотрим. Посмотрим, время покажет. Пойду я на обед. Сегодня 13 октября, и все замерзло в теплице. Уже был такой, видимо, настоящий заморозок на улице. Ну, укропчик слегка прибило, но, в принципе, не критично. Еще зелень можно покушать, цветочки, и в теплице. Я позавчера уже все собрала, оставила только совсем маленькие огурчики. Ну, так, знаете, а вдруг? В общем-то, а вдруг не произошло, и реально все замерзло. Нужно будет все убирать. Герань, кстати, ничего стоит. И она стала лучше. Я тогда весной пересаживала на улицу, потом посадила горшочки, когда фундамент стали заливать, и она такая прям покрасивше стала. Потом уже домой несу. То, что строители не приезжали, мне кажется, это вообще даже нам на руку, потому что, ну, клей желательно же до плюс 5 класть. Вот. А такой прям сильный заморозок был. А завтрашнего дня плюс 8, плюс 10. Уже минусы пока не обещают, где-то в течение недели. Как раз им там работы на пару дней осталось. О, ничего себе, как тут все замерзло. Слушай, да. Это огурцы маленькие остались вот такие? Маленькие огурчики, но обещали замразок. Я все сняла. Они сами-то не замерзли? Все, они замерзли, но я сняла все, что можно есть, а маленькие я оставила. Ну, потому что, знаешь как, обещают заморозки, а может же быть и минус 8, а было бы, если минус 2, ничего бы не замерзло, было бы обидно. Я думала, что они дорастут. Перчики, вон, смотри, маленькие такие еще висят. Ну, в общем-то, синоптики... Все приходит с опытом. Синоптики не обманули, да, заморозок был, поэтому снимаем остатки. Ну и так, извините, до середины октября мы собирали огурцы. Да, в этом году огород просто шикарный получился. Да. Слушай, прям молодец. Спасибо большое. Но это не просто опыт, это я еще учусь. Я весной проходила бесплатный практикум, где много интересного узнала по поводу вот... Также посадки огурцов, в частности, поэтому у нас их так много. Сейчас будет осенью практику, тоже буду обязательно обучаться. Я считаю, что, ну, знания, они нужны. Вот, например, многих блогеров смотришь, у них клубника по второму разу уже вот осенью не собирает. Я тоже хочу не только летом, но и осенью. Голубики у нас не хватает. У нас вообще проблемы сейчас с садом, плодово-ягодными деревьями. Сколько мы яблони сажаем, груши уже там четвертый год почти будут в следующем году, и мы не получаем никакого урожая. Поэтому здесь я уже ас, можно сказать, а вот в плодово-ягодном направлении я уже буду как бы обучаться. Сейчас будет бесплатный практикум от школы садоводов «Строго органик». Ссылочку мы оставим в описании под видео обязательно. Переходите, участвуйте. Я думаю, что это будет многим интересно, как и начинающим садоводам, так уже и практикующим. Там в режиме онлайн можно будет задавать вопросы, получить на них исчерпывающие ответы от основательной школы Маша и Эля, они, знаете как, во-первых, они за строго органическое земледелие, да, вот даже школа называется «Строго органик». Также они настолько все организовывают, вот подход умный к земледелию, чтобы с минимальным количеством трат времени на сад и огород получать вот максимальное количество урожая. Поэтому я обязательно участвую. Ты куда-то собираешься поехать, что ли, обучаться? Не бойся, нет, с Настей я тебя не оставлю. Это будет в режиме онлайн, спокойно, никуда ехать не нужно, из дома. Просто нужно зарегистрироваться,
и в определенное время участвовать, также задавать вопросы онлайн, получать на них ответы. Ну, было, мне было очень интересно. Поэтому регистрируйтесь, участвуйте вместе со мной. Ссылочка в описании. Ссылочку обязательно добавь в описание, да. Обязательно. Вначале я уже встал с колен, а здесь я на коленях до сих пор. Ну, ладно, чего, розеток. Да, надо сначала стены спокойно там походить, посмотреть. Какая жена все-таки молодец. Вот Настя спит, она и там, и тюльпаны успела посадить, и ко мне прибежала сюда. Вот я ей объяснил, но она, в принципе, у нее тоже рука уже набита. Чего тут? Снимаешь пленку, подаешь, держишь ровно, а я прикручиваю. И что получилось? Получилось вот что. Пол стены, даже больше, чем пол стены, мы с ней зашили за полтора часа. За полтора часа. Вот. Тут, конечно же, помощник нужен. Но когда она занята, я один сижу. Я бы сейчас на пеньке сидел, она меня с колен подняла, и все. И мы слаженно сработали. Завтра продолжим здесь. Ну, рабочие будут дом строить, а я буду здесь дозашивать, наверное. Но завтра еще надо сдать машину в ремонт. Холодно. Холодно стало. Ветер холодный. Противная погода такая холодная. Надо в дом идти и отдыхать, и греться. Друзья, сейчас с вами проведем эксперимент, экспертизу, можно сказать, экспертизу со стенами. А в комментариях прям интересный комментарий написали. Спасибо на Ютубе, как проверить щели. То есть темное время суток, сейчас я ставлю прожектор внутри дома и смотрим, где просветы идут. Прожектор у меня мощный. Себя снимать я не буду, буду снимать от первого лица, потому что фонарь будет светить в камеру и ничего не увидите. Погнали. Вот электричество здесь есть. Осталось только вот эту катушку сейчас поставить туда и прожектор туда поставим. Будет назначаться человек, который будет проходить полностью по всем стенам и дозамазывать вот такие огрешности, где есть, ну, вероятность того, что где-то щели есть. Давайте повернем туда теперь. Либо туда. Ну куда? Давайте туда. Туда интереснее, потому что я могу подняться в сад и посмотреть, оттуда даже вид будет лучше, повыше. Ага, и вот здесь вижу блок. А, вот видно, наверное, вам, да? Вот здесь вот. Видно, вот она. Видите, мелькает. Ага, вот-вот. Здесь есть, да, согласен. Здесь будет замазывать конкретно. Да-да-да. Так, надо. Ну, это будет днем даже. Видно щель, понятно, здесь. Так, здесь тоже видно просвет. Все, я вижу, есть косяки, друзья. Есть косяки, и их надо исправлять. Вот здесь, наверное, ну, эта камера передаст. А, не знаю. В общем, есть вот эта вот часть, да, здесь есть щели. Угу. Очень сильно мне это не нравится. Завтра прям укажу строителям на вот эту часть. Ну, короче, на вот эти просветы. Так, вон, вижу, есть просвет. Это там, где санузлы. Вот. А, конечно, я расстроен по этому поводу, что есть щели. Такого быть не должно. Не должно такого быть. Не должно. Хотя люди видел, что кладут и мажут. Ну, я видел, я подходил, так мажут конкретно. Почему щели вот эти? Непонятно мне. Как завтра? Ну, что они ответят на это? Ну, вы пишите в комментариях свои мнения по этому поводу. Только не надо сейчас писать, меняй строителей и, ну, как бы, не плати им ничего и так далее. В общем, это неконструктивный комментарий будет. Здесь надо просто написать, как можно устранить эту проблему. То есть, можно ли замазать просто, ну, и все, и решиться, как бы, это дело. Либо как еще это? Может быть, запенить эти места лучше пеноклеем или просто пеной. Ладно, будем решать. Не так критично, я думаю. Мне так рекламировали этот уровень, ну, рассказали, что он самый лучший в мире. Вот.
Не знаю, верить нет этому. Ну, строителям нравится. Попросили купить, но это за их счет будет. Я им заказал. В строительных магазинах такого нету. Капра уровень, в общем. Это не реклама, это просто вот чем они пользуются давно. И вот он говорит, падает, где не упадет, ему вообще без разницы. Он всегда показывает ровно. Стоит недешево, вот 80-ка, 3000 рублей стоит капра уровень. В то время, когда я покупаю там уровни по 400 рублей, по 500 рублей экономлю, да, на этом. Я думаю, что я себе такой же куплю. И вот этим уровнем мы будем проверять завал стен уже, когда они будут поднимать до конца уж там. Вот. Ну и жду ваши комментарии по поводу дельных советов, как можно устранить, запенить, потом заклеить, ну, либо еще как-то. Вот это вот. Ну, мне не надо, чтобы у меня свистели стены, конечно же, это недопустимо, вообще недопустимо. Следующий день, и понимаете, какое дело? Сегодня холодно, но солнечно. Вот так вот, по-осеннему прям. Строители сегодня не приедут, и завтра тоже. А знаете почему? Потому что вот эта доставка газоблоков, она получилась гиперзвуковой. Просто не успели сообразить и подумали, что... Ну, я просто озвучивал им, доставка может задержаться до 3 дней. А получилось то, что так я позвонил вечером, а на следующий день до обеда уже привезли. Понимаете, в чем дело? И строители, они, ну, в общем, не успели сообразить. Приедут чуть позже, в общем. Ну, сегодня холодно. Будь потеплее немножко станет, и клей все-таки кладется в хороший плюс. Но тут осталось нам 1,5 метра стены внутри поднять, и все, остальные только доработки идут. Займемся фасадом. Уже надо было закончить этот фасад и заняться другими делами. Но тоже с гаражом. Тоже с гаражом. Удобно, да? Делаю гараж, рядом дом строится. Мы точно со Светой уже решили, вот прям и в Телеграме люди тоже поддержали нас, что крыша у нас много раз переигрывалась. Все-таки остановимся на двускатке, но она будет не асимметричной, а немножко сюда пойдет. В общем, все увидите чуть позже. Обязательно мы сделаем крышу в этом году. 100%. Еще и двери, и окна поставим. Будет у нас карабас. Внутри можно будет складывать вещи, которые в гараже очень много, да, для стройки дома там. Ну, а сюда надо будет лодку мне завести. Лодка не должна находиться под открытым небом. Тем более в зиму вот этот тент, он просто испортится, который накрыт. Ладно. Кстати, по лодке надо будет ее обслужить. Вот на днях буду это делать, заниматься, потому что надо промыть мотор и поменять масло. Масло уже пришло. Масло пришло. Хочется это все сделать сейчас уже, но надо завершить эти дела. А сдал машину сейчас с утра на ремонт тормозной системы. Ну, менять тормоза. Тут диски, колодки. В общем, это там по мелочи еще. Вот этого материала мне точно хватит. Даже запас останется. Ну, я его оставлю, потому что мы также дом планируем потом обшить фасадом таким же цветом. Хочется единого цвета дом с гаражом. А не все так плохо с погодой, друзья. Распогодилось, тепло стало. Хочу вам показать, вот, что я сейчас уже сделал. Свет тоже, кстати, помогла. Помогла. Вот пленку снимала здесь с Настей. Умудрилась. Молодец. Уже так приспособились, что и с Настей получается работать. Осталось 5 рядов вот здесь положить. Вот, заложить 5 кирпичиков, 5,5. И все, и закончим вопрос. Вот эти вот фрамуги обрежу. И дальше уже будем уголки накладывать. Машину скоро заберу. Тормоза сделают. Со стройкой дома у нас перерыв пока. Чуть позже продолжим строить дом.
Вот-вот-вот, все уже, все. А зачем писать? Жень, бросай ты этот фасад, займись уже домом. Так вот он, рядом, зачем мне его бросать? Фасад и 2 метра, вот, пожалуйста, дом. Нет, я в свое удовольствие работаю, и спасибо жене, которая помогла мне сегодня закончить 3-ю стену уже полностью. Осталось только вот здесь закрыть, где ворота, и все. Спасибо ей огромное, да. Ну и углы, конечно, все это дело доделаем. Ну и мне нравится, когда мы выполняем все наши планы, которые мы запланировали в начале года. Вспоминайте, кто нас смотрит давно. Помните, мы в ролике озвучивали, какие у нас планы. Мы зальем фундамент, мы поднимем стены, мы поднимем под крышу, зайдем. Мы с гаражом закончим полностью. Все мы это озвучивали. И у нас даже перевыполнение плана идет. Мы никуда не бежим. А еще нравится, когда параллельно дела делаются. Ну, потому что машина готова. Ее пора забирать. Единственное, что не хватило, это вот времени порыбачить вот с лодкой. Хотя вы видели, сколько раз мы выезжали, выходили, спускали лодку на воду, знакомились с ней. И, кстати, скоро выйдет на канале ролик. Я еще не снимал, как я меняю масло, потому что я не поменял еще масло. Масло только пришло, и впервые я буду на этой лодке менять масло. Ну, масло надо поменять в 2 лодочных моторах. Первый – это вот основной, Evinrude 70, 4-тактный. Там 2 масла меняются. Объем 4 литра и 750 миллилитров редуктор. Вот. Ну, еще будем промывать мотор. Тоже впервые это буду делать, очень интересно. Это будет на 2-м канале «Рыбаки на Волге». Кто еще не там, переходите, подписывайтесь. Там куча роликов про рыбалку. Это наш первый канал, на самом деле, когда мы начали снимать. Взяли китайскую камеру и поехали в сторону Выборга на рыбалку. Первая наша съемка, 28 минут, по-моему, там видео, где мы там заикались, не знали, что сказать в камеру. Ну, вот сейчас спокойно с вами общаюсь, иду по деревне. Сегодня хорошая погода, на самом деле, была. Ветерок холодный, но солнышко, видите, небо какое. Еще вот солнце только село, сейчас дойду до машины. Сделали машину. Я прям очень рад, потому что у нас запланирована поездка в Москву. В Москву мы едем в ноябре, друзья. Может быть, увидимся, может, кто-нибудь нас узнает из зрителей нашего канала, потому что в Москве очень много подписчиков должно быть. Ну и в Питере тоже. Посмотрим. Так, ну, что еще хотел сказать. Огромное спасибо за вашу отзывчивость в Телеграме, то, что пишете под нашими постами. Я потому что спрашиваю советов, и, ну, я извините, что я на Ютубе очень редко отвечаю под комментариями, ну, потому что нет времени. Вы представляете, сколько комментариев, да, там порядка 500-600. Я еще работаю физически и монтирую ролики, но это все скомпоновать, еще вникать в... Ну, я в Телеграме чаще, вот переходите в Телеграм, я вот там читаю и советы ваши спрашиваю, и прислушиваюсь к вашим комментариям. Просто есть люди, я так понимаю, которые огорчаются, то, что мы не прислушиваемся к комментариям. Мы прислушиваемся, друзья, мы ко всему прислушиваемся, мы, ну, делаем, конечно, в основном по-своему, но ваши советы, они очень-очень нам дороги. А вот самые диски, которые были, стояли до этого, они все уже, им трындец настал. Вот смотрите, как с правой части, как с левой части. Направляющие пальцы были заменены, тормозные. Видишь? В суппорте, да, которые, да, вот это находится. Все. Ага. Все, да, разбиты все, вижу. И тормозные колодки, но я экстремал, я, конечно, этот, как его, отчаянный. Где тут самое вот, все уже свистеть начали, он вот здесь вот, смотрите, какой, все вовремя прям, спасибо, Руслан. Да, и вот эти, это пескуны вот эти, которые я тоже, мы поменяли их, они встали хорошо? Да, отлично, все. И вот, собственно,
сами диски. Но я их заберу. Выработку вообще. Я их заберу, сдам на металл. Я люблю металл сдавать. Обязательно. А теперь надо, чтобы тормоза притерлись где-то километров 100-150. А, кстати, фирму взял японскую по тормозам. Вроде как НИПК. Хорошая по отзывам. Все, теперь спокойно за тормоза. Жалко, конечно, терять такие хорошие деньки без строителей. Хорошее сегодня утро. Но посмотрите, вот. Уже вот так вот в тени иней. Иней. Вчера ночью провел работу по стенам. Прошелся по щелям. И была обнаружена 31 щель. Я ее отметил. Все щели отметил. Теперь они указаны под номерами. Также поставил вот здесь. Ну, я поставил лазерный уровень, а вообще надо ставить нивелир. Ну, тоже было интересно. Вот здесь установил на поддоне, встал в темное время суток. И вот так вот смотрел туда, по горизонту смотрел, как поверху. Вот тот угол дальний, вон тот, ушел на 6 сантиметров вниз. Вот так ушел. Тот угол на 3,5 сантиметра ушел. Такая вот просадка. Я отметил также. Отметил и попросил строителя, они завтра уже должны здесь быть утром, чтобы нивелир с собой взяли. Потому что это дело надо обязательно выровнять армопоясом. Иначе, если крышу поведет, то это уже серьезная проблема будет. Вот здесь, как видите, ну вот отсюда я пошел. Вот здесь уже не видно эту щель, а ночью видно. Вот так отмечал. 1, 4, 5 цифра. 3, 6, в общем, везде он 2. И вот так по кругу прошелся. Полностью я отметил все вот эти вот щели, которые просвечивали. Где-то здесь я остановился. Да, вот 31-я, вон она. 30-я, 29-я. По этой стене тоже есть. Вот единственная стена, где ни единой щели нету, и там клал один человек. Я просто замечал, кто кладет какие стены. Вот эта стена, она без щелей, но с большими проемами оконными. Вот. И вот, смотрите, сейчас покажу еще интересный момент, ну, который я озвучил уже. Вот. Я даже написал здесь. Вот этот угол на 6 сантиметров ниже. То есть вот эта часть на 6 сантиметров ушла сюда вниз. Фундамент туда вниз. И теперь необходимо вот эту вот точку поднять вот на 6 сантиметров, чтобы выровнять полностью. Вон, оттуда я стрелял полностью, да. И вот так я расчертил полностью по доске. И он туда пошла пунктирная линия. Не знаю, это поможет строителям. Ну, я так думаю, что нивелир нужен сюда, а не лазерный уровень. Потому что лазерный уровень врет. Ну, как врет? Он неправильно показывает иногда. Вот. Вот эти вот полоски. Видите, я отметил на доске, где надо поднимать уровень. Вот если бы была... У нас планируется мягкая черепица, кровля. Но если бы была металлическая кровля, профнастил, то крышу бы повело обязательно. С таким перепадом. Это недопустимо. Это недопустимо. Ну, а вот по стенам, кстати, я вот этим капроуровнем прошелся, вот эти внутренние стены, они ровные все. Не заваленные. Но обязательно буду проверять, когда будут поднимать еще выше. Чем выше, тем вот опасность, вероятность того, что могут завалить. Но будем обязательно за этим следить. А я сегодня продолжаю. Перехожу на стену, вот на эту. Уже конкретно будем, наверное, заканчивать с фасадом. Вот здесь. Да зашьем все это дело. И будем уже обрамлять углы. Закончим этот... А, нет, ну вот, софиты нас ждут. Друзья, Дима пришел помогать. Носим сейчас блоки уже по комнатам.
Ну, потому что строителей завтра не будет. Завтра их не будет, обещали. Послезавтра. Теперь я ждал завтра. То есть откладывают. Видимо, там объект у них назрел, который они сейчас строят. Но будем надеяться, что на следующей неделе закроется вопрос. На самом деле сейчас вот холодно класть. По утрам прям иней я показал, да. И вот здесь вот, вот это все уже потихонечку возим тележкой. Вот здесь тележку ставим, по два блока сюда грузим. И вот так вот сюда все это дело выкладываем. Это чтобы строители быстро пришли и начали, продолжали сразу работу. Вот уже здесь один палет есть. Здесь вот палец сейчас закрывает. Дима вот. Дим, поздоровайся со зрителями. Давно, давно тебя здесь не было. Вот. И дальше уже перегородочные блоки, чтобы тоже везде был поднос. То есть сразу раз на стену, раз на стену. Закрывать вопрос надо это тоже. Стены и армопояс заливать. Все. Пора уже крышей заниматься. Кто прораба потерял? Вот он. Ходит, проверяет. Частенько заходит сюда, особенно когда мы кушаем. Здесь вот, вот так сейчас уже аккуратно поднимаю эту сторону. Но здесь главное, чтобы ряд сошелся над воротами. Вот это вот я, конечно, беспокоюсь, но я отметки поставил. Вроде как поднимаюсь, и все нормально. Мы посмотрим, там, там все должно сойтись. А у меня остается... Вот ведро саморезов и еще один пакет 300 саморезов там лежит. Должно хватить. Знаете, сегодня больше всего боялся, вот, что я обойду ворота и не сойдусь с кирпичами. Вот там вот, сверху. А получилось, что все получилось. Сошелся, все нормально. Осталось, ну, наверное, пару линий еще доложу сейчас, а дальше уже стемнеет, вам ничего видно не будет. Я думаю, что будем заканчивать сейчас наш ролик. Дима последний блок берет 5-го палета. Из 7 палетов он уже перетаскал 5 палетов. Молодец, работает отлично. Самый лучший работник из всех, что были здесь на участке. Ну вот, здесь... Все теперь сложено, как положено. Там два палета, здесь два палета основных, здесь палет перегородочных. Ну и еще один сейчас блок, палет перенесет. И оставлю, наверное, все-таки один палет вот здесь. Пусть он здесь находится. Возможно, это лишнее. Продам. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Не забывайте участвовать в нашем, в моем розыгрыше. Не забывайте голосовать за нас в ежегодном DIY-блогер конкурсе. Увидимся на Ладушке.